Здоровки, Амиго! Рад приветствовать на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на сериал «Гараж», 8 серия, «Терминатор». Погнали, посмотрим. Дисклеймер, самое главное, Рот, прочтите. Ого, нифига, субтитры появились откуда-то. Степаныч, электрика твой профиль, хрен из-за тебя твою работу делать. Смотрите, что нашел. В чулане убирался, решил всякий хлам на дачу вывезти. И види, как копал. Ну, думаю, в гараж привезу, на все равно телек без антенны стоит. Я видиков так давно не видел, серьезно. Это детство. У меня в детстве точно такой же был. Я еще у бати на антресоли кассеты находил всякие. Немецкие. И что потом? А потом электричество отключили, я ее вытащить оттуда не смог. О, рукоблуд. Батя так же сказал. До сих пор, как вспомню, жопа горит. Вот за такую отхватил? О, Степаныч. Да, за такую. Так, стоп. Так, мужики, вы что удумали? О, срамота! Ты подумал, а? Прости, пома, белобрюхая. Ай, блядь, да погоди ты, разврат какой. Ай-яй-яй, фу, блядь. Ох ты, что ты? Гляди, у него какой здоровый! Степаныч, ты не туда смотришь? А у меня даже не стал. Нашел, блин, чем хвастаться. А... Так, что? Надо пойти погулять. Ой. Что-то, блин, заиндеяло прям. Ох. Ух. Мишгар, а где тут эта кнопка ежик? Вон слева. А. А то срамотой тут смотрим. Степаныч, есть еще что? У меня много чего с былых времен осталось. Терминатор там. Нихрена себе. Ого. Так тут целый видеосалон. Ну да. Была не была. Заводи шарман. Как много ностальгии в одном только ролике. И каждый раз, когда я слышу «Сектор Газа», я прям, блин, я в те времена просто возвращаюсь. Маска, Mortal Kombat. Один дома, однажды будущее. Брюс Ли. У меня, кстати, вот такая вот кассета Шрека была. Бетховен. О, Бетховен 2, Шрек. Мы любим марсиан, не помню. Васаби, помню. Вай, какой же ностальжи, камон. Вот точно такая же кассета Шрека была, вот в точности, с такой же обложкой. Опа! Степаныч, а ты что не сказал, что у тебя терминатор есть? А я и забыл про него. У меня, кстати, расширенная версия, редкая. Режиссерская? Там сцены, которые не вошли в обычный фильм. Это ж кино такое, ты что? Сейчас такого не снимают. Сейчас порожняк один снимают с жополазами, кочегарами и трансформерами всех мастей. Фу, блядь. Прошла эпоха хорошего, честного кино. И не говори, Степаныч. Давай, 20 век, Фокс, представляй. Киборг-убийца. Ну, раз пошла такая пьянка, я запью. Мне пол-литра «Жигуля». А это что такое, Степаныч? Попкорн. Хрена себе сервис. Вообще кайфа. Мне можно туда же? Я тоже туда хочу. Вот там мешок попкорна, терминатор на видике. Ё-моё. Всё. Чего вы дразните? Тоже так хочу. Хорош. Красота. Согласен.
Сейчас они все мотоклубом обсерутся, когда он надежку будет. Посмотрите, на глаза Виталия как будто они расходятся в разные стороны. Дурак. А интересно, у Крухана тоже одел или побрезговал? Твои бы точно надел. Это еще почему? А с тебя и сама не надо, они и так полуспущены. А? Степаныч, это что такое? Банка из-под лимонада. Я вижу из-под лимонада, хрен она в кукурузе делает. Ну, наверное, уборщица вместе с попкорном в пакет положила. Ты что, помой, что ли, может, фу, блин. Наверное, уборщица с кинотеатра. Так все было хорошо. Блин, Степаныч! Твою мать, а? Чё помоет-то? Ну не доиграют люди. Уборщица в пакеты к выходу выставляет. Чё добро-то пропадать? Ой, Степаныч, блин. Это жесть. Что-то долго еду. Терминатор и Миша. Оба. Принес попкорна. Нифига себе, ты видел? Что? Я больше не хочу попкорн. Там знак дорожный на русском языке. В России снимали, что ли? Так там Челябинск написано было. Так версия режиссерская. Наверное, этих сцен в основной версии нету. Да они свою сняли уже. А какого года фильм? 91-го. В 91-м там не было этого кафе. Киборг-убийца. Да ну на! Степаныч, поздравляю, у нас горячка. Где вы лидол? Ну мы же не пили сегодня. А как ты еще это объяснишь? Степаныч! I'll be back. А ты как что, там? Тоже вырезная сцена? Back. Может быть, 3D-эффекты? Не, ну хорошо. Я даже не буду докапываться в каких-то моментах, что это странно, но идею очень прикольную закинули. Как минимум, просто необычно. До чего техника дошла? Терминаторы и там, и тут показывают. И вроде телевизор обычный, без LCD-дисплея. Что делать будем? Тут сидеть. Я даже ну, это, настолько давно Терминатор острел, даже уже практически не помню, что там было, о чем там, что там за движуха была. Надо пересматривать. Степаныч, где он? Едет. Сука, черт, ты за спидак притарабанил! А спидак-то тут при чем? А какого хера он тогда приехал, блядь? Федорович, он близко!
А потом я бежит, а теперь я пробегаю. А, точно бежу быстрее. Сейчас подпишусь, догоню. Фу, блин, блин. Запыхался Степаныч. Опа. А это кто тут у нас? Степаныч жидкий. Степаныч? Я знал, что ты жидкий, но не знал, что терминатор. Идем со мной, если хочешь жить. Ладно. Та-т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 а
Ой, ладно. Степаныч, сука, так и не знал. Смерти мне хочет. Ты клиентскую машину задень, и тупо в корне, с гондоном не накормит. Фу, фу, настреляй. Ладно. Ибо стали башиды из пепла ядерного огня, и пошла война против человечества. Чтобы убить я, башиды отправили терминатора из жидкого металла Т-1000, а я был послан прошлый, чтобы защитить тебя, батя. А как он нас найдет здесь в ебенях на ЧМЗ в 3 часа ночи? Он найдет того, кто может знать, где ты прячешься. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Что это вы тут делаете в 3 часа ночи в ебенях на ЧМЗ? Закладки ищете? А это что такое? А это приветствие по-американски. Он американец. А, американец? Ну тогда свободен американец. Будьте здоровы. И вам не болеть. Ты что, дурной, что ли? Нахрен ты менту кукиш показываешь? Я получил повреждение. Кукиш — это разве не фига? Ну, если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, ошибаться, но... По-моему, кукиш — это фига. Типа, когда ты фигу показываешь. Ух ты, ёб! Вот и гангрена! Заело? Да, именно. Ща погоди. На, вот, попробуй, Валеру. И тут это реклама Валеры. Ну как? Я ж говорю, с Валерой любой механизм заработает, как часы. Надо срочно Мишку предупредить, чтобы полил тут. Придумаю же, блин. Алло, Мишган, там Степаныча рядом нет? Сейчас ноги в руки и вали нахер из гаража, не оглядывайся. Алло, бать, вы где? Я где? Я тут, короче, на... Алло. Да я тут недалеко. Пиво-то купил? Конечно, купил. Приезжай скорее в гараж. Пиво попьем. Ага, сейчас за сигами-кабанчиками метнусь. Нихера ты баклажан! А то! Кстати, Миша мертв. Да ну на! Прикол! Степаныч, ну ёб твою мать, лучше бы ты меня убил. Блин, реально очень круто подошли к этому, мне прям, я даже не знаю, у меня нет слов. Очень круто подошли. Своего терминатора просто сняли. Thank you.
Валера. Бать, вставай. Ты чё, ёпта, бать, вставай. Проснись. Обед уже. Сон, ну, ты сон. Дал храпа. Ой, а чё было? Да ты уснул. Мы тебя будить не стали. Домой поехали. Чё, только проснулся? Степаныч? А где попкорн? Какой попкорн? Ты чё, Ледока пересмотрел? Федорович, там клиент на мотике подъехал. Чё-то с карбами возьмёшься? I'll be back. Хорош. Не, ну, ну это реально, ну это зачет. А что там еще в конце? Т6. Ладно, ладно. Блин, ну хорош, реально, ой, хорош. Мне прям понравилось. Это добротно, это добротно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.